как основной катализатор для мутаций. Курица есть даже у вас в рюкзаке, при этом она бессмертная. Вас заметила турель. Эти обломки явно не принадлежат лайнеру, так как созданы по устаревшим технологиям. Если присмотреться к обломкам корабля вдали, то можно предположить, что лайнер не просто взорвался, а изначально врезался в неизвестную сферическую конструкцию, обломки которой мы сейчас наблюдаем. Турбины такого размера и такой конструкции ставились на старых космических станциях. Обнаружены множественные электромагнитные аномалии. А в данной местности возможны перебои в работе сложной техники, в связи с чем компания Brassage снимает с себя ответственность за поведение и работоспособность траурного скафандра. Хотя я сомневаюсь, что у меня могут возникнуть какие-то проблемы. Лошадка. Лошадка. Грандиозное строительство пока так и не завершили из-за серьезных финансовых и этических проблем. Или из-за абсолютной бесполезности, я не уверен. Крайне небезопасное место. Я даже не могу воспользоваться своими основными системами, только встроенным процессором, который отлично защищен от перепадов энергии, но не способен посчитать до 10 без ошибок. Это же энергетическое ядро компании Brassage. Не знаю, кто и зачем перевозил такие технологии на лайнере, но теперь наличие электромагнитных аномалий несложно объяснить. Кстати, не рекомендую пытаться выключить активное ядро. Скорее всего, это приведет к печальным последствиям. Все это напоминает старые космические станции, которые использовались около 50 лет назад для связи между планетами. К тому же, некоторые комплектующие точно производились на заводах агентства Brassage. Простая замена табуретки. Если бы я конструировал мусорное ведро, туда бы все поместилось. Не представляю, как они проникли в замкнутую систему аквариума, но рыбок здесь больше нет. Данное помещение похоже на обжитое убежище, но людей здесь уже давно нет. Подробный план жилого отсека. Смерть наступила вследствие тупой травмы головы около 30 лет назад. Тело мумифицировалось из-за стерильности окружающей среды. А
один из первых прототипов скафандра Брэссидж без искусственного интеллекта. А вот это что-то интересное. Стоит рассмотреть внимательнее. Здесь указаны незадекларированные функции некоторых изобретений агентства Брэссидж. Обратите внимание на пункт повышения защиты PSS-1 чип категории SR-53. Речь идет про первые прототипы скафандров, но у меня тоже имеется чип данной категории. Попробуйте повторить описанные действия. Протокол повышенной защиты активирован. Порог сопротивления радиации повышен. А что, так можно было? Можно предположить, что данная станция была каким-то рядовым экспериментом похоронного агентства Брэссидж, но отсутствие какой-либо информации об этом, а также мертвый член экипажа, не позволяет заверить вас в законности всего увиденного. От лица похоронного агентства Брэссидж я приношу свои извинения за ваше возможное соучастие в незаконной деятельности нашей компании.